Добрый день, с вами Эльза, лицензированный риэлтор из Турции. Со мной вы можете приобрести недвижимость на любой точке Турции. Сегодня мы находимся в городе Мерсин, и недалеко в пешей доступности от моря у нас находится новый объект. Под номером 16 вы можете найти все данные на нашем сайте. Очень-очень быстро построили, прям молодцы. Осталось только доделать покрытие пола, повесить дверцы на кухонный шкаф и мелкие как бы детали. Видите, какой внешний фасад очень красивый. И буквально через дней 10 будут подавать на получение из скана. А в конце этого месяца уже можно будет получить долгожданную квартиру. Это готовые варианты планировки 1+1 в спокойном районе Тёмик. На каждом этаже у нас по 4 квартиры планировки 1+1. Все квартиры в здании планировки 1+1, и всего у нас 4 этажа. Маленькая, уютная, компактная квартира в пешей доступности от очень хорошей набережной. А сейчас хочу вам предложить посмотреть квартиру, ход строительства, как у нас выглядят квартиры изнутри. Снаружи мы уже посмотрели, очень достойно и красиво. Пойдемте посмотрим внутри. Давайте посмотрим нашу квартиру практически перед сдачей. Стальная входная дверь. Уже практически частично установили кухонный гарнитур. Керамическое покрытие. Посмотрите, качество хорошее. Осталось покрытие ламинат. Окна. Уже установили окна. Двойной стеклопакет. Хорошая шумоизоляция, теплоизоляция. Пойдемте в санузел. Это я оценила. Компактно, но смотрится красиво. Здесь будет унитаз. Здесь стиральная машинка и, как понять, наверное, здесь для мытья рук. Или здесь поставить. Но здесь под стиральную машинку. Хотя, может, и здесь. Ну, посмотрим. Детская спальня. Здесь практически только подвесные потолки готовы, стены покрашены. Осталось только покрытие пола, частично установить кухонный гарнитур. И балкон. Даже с первого этажа мы можем наслаждаться видом на море. Компактное здание и в пешей доступности все у нас находится. Везде все открыто. И хорошая береговая линия. Всем спасибо за внимание. С вами меня была Эльза, агентство недвижимости Deep Green Mikul из солнечного города Мерсин.